Еще одна большая сумма была собрана во время продажи токенов блокчейн-стартапом Banker. Как сообщает ATHnews.com, 12 июня 2017 года команда проекта Banker объявила об открытии своего ICO. Будущие инвесторы получили возможность обменять эфир на Banker Network Tokens BNT. Предложение действовало в течение одного часа, на протяжении которого принимались все взносы. Это было сделано для того, чтобы крупные инвесторы не раскупили все доступные для общественности токены BNT.